по штату предусмотрено, сколько вакантных должностей и какая зарплата будет у департамента, о котором вы рассказывали? Значит, по штату в департаменте 24 человека, о котором я рассказывал, если вы интересуетесь департаментом внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции. Зарплата пока будет, как и у всех остальных чиновников в нашей мэрии. Доклады у нас пока небольшие, я же сказал, что президент покомментировал законопроект о службе уровнях местного самоуправления. Надеемся, что все-таки в этом году его примут, тогда будут уже зарплаты получше. Ну, у нас же есть такой вид стимуляции заработной платы, как и премии. Я надеюсь, что в этом департаменте там, премии будут побольше у людей, но, соответственно, требования будут к ним побольше. То есть люди должны будут выполнять функции, те, которые позволят нам сохранить этот бюджет, не дать его разворовать, использовать все деньги по назначению. Естественно, да, я так считаю, что этим людям, естественно, доплатить будет больше. Ну а в среднем какой будет размер зарплаты? Зарплата директора или специалиста? Хотя бы. Не будет, потому что... Или максимально какая-то. Почему я не могу ответить? Потому что, к сожалению, на сегодняшний день зарплата любого чиновника мэрии, и меня, Евгения Валерьевича, и всех, кто сидит за этим столом, очень сильно зависит от премии. Зарплаты сами по себе небольшие. Оклады там на уровне 1700, 1600 гривен, 1800, 1700. Ну вот, поправляю. Фиксированные оклады. Наклад, согласно законодательству, у нас насчитывается также выслуга за надбавка за выслугу лет, надбавка за выслугу по работе с секретными документами, у кого есть доступ к секретности, надбавка за ранг, ну и премия. Сегодня, к сожалению, премия у нас больше, чем все остальные, как я сказал, выплаты, это в виде оклада и надбавок. Должно быть вообще-то наоборот. То есть в мире это нормальная практика, что 70% зарплаты служащего составляет именно ранг, звание, там, выслуга, а уже 30% премия. У нас сегодня наоборот, к сожалению, получается.